Куда, куда пошли? Тега, 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 тега. Тега, тега, тегоньки. Куда пошли, куда? Вот видите, как он его шпиняет? Видели сейчас? Это вот этот малец. Вот этот малец, а это Гошка. Раз его и шуганул. То есть вот я о чем и говорю, что слабых все-таки не любят, как мне говорят. Ой, только животные и птицы понимают доброту и любовь. Нет, ребята, у животных все жестче, и у птиц тоже. Мы не знаем ихнего мира. А там чуть только начнешь отставать, и все. И весь мир заканчивается. О, видел, что? Эх, у меня нету пометить-то его. Нету с собой ничего. Сейчас бы я хоть бы брызнула на него маленько. Да, ладно, не бойся. Батя не стал гонять тебя маленько, да? Ты, наверное, плохо стал себя вести. Ты не отставай от них. Не отставай. Ну, конечно. Вот вам и папаша с мамашей. У гусей мамаши и папаши хватает только месяца на 4, на 5. Ну, чтобы не обижать своих детей, так скажем. А у цыплят, вот наседка, которая ходит с ними, но это месяц она их поводит, и все. А на второй месяц она их также будет затаптывать, как и всех остальных слабых. Это мы уже испытали на себе. Такое было у нас. Поэтому родители, они такие, только на тот период, пока они еще совсем ничего не могут сами. Гоша что-то на одной лапке стоит и стоит, непонятно. Красавцы. О, видишь, видишь, что делает? Видишь, что делает, а? Все, гонения начались. На маленького. Да ты мой хороший. Как же тебя заметить-то? Какой... А, все поняла. У него на голове как-то не сильно гладко. Вот посмотрите. Их не видно. Вот у этого, видите, гладко какая голова. Вот где он? Сейчас я покажу его. Вот. Вот сверху, видите, вот прям гладко. А вот у этого вот не гладко. Смотри, смотри, смотри. Смотри, смотри. Что? Гоша. Вот. Поняли, поняли, что? Поняли, ребят, все? Маленького гоняют все. И Гошка заступился за здорового сына, за своего, за здорового гусака. Это что-то прям из области, я не знаю, чего. Так, все понятно. Вот поэтому он всегда около стеночки там и сидит, в стайке-то. Сядет там, присядет за всеми гусятами от папаши, от своего, и как бы на глаза ему не попадается. Вот и вся сказка про семейство Гошки. Так, пойду-ка я зеленку достану. Так, зеленки я не нашла, но нашла йод. Сейчас буду наблюдать за ними.
Посмотрю, как они будут себя вести. Ну, вон он стоит, впереди Матильды. Вон он. Все, мне надо его поймать и пометить хвост ему. И, наверное, он пойдет в суп, конечно. А что обижать-то его? Что он будет у них как, знаете, это мальчик для битья. Тоже жалко так. Так, ну пока я отключусь. Долго сидят, не уходят, гуси с места прям не трогаются. Надо же. Сколько я уже ходила. Они все сидят на одном месте. Что-то Гошка лапки поднимает. Гоша, что такое? А? Видите, вот этот подошел, и никто его не трогает. Гошка даже не глянул. И Матильда вон сидит, вот. Даже не обратила внимания. Подошел и подошел. Вот он, сынок Гошкин. Который крепкий. Тот бы тоже был второй крепкий. Но так вот судьба сложилась. Видите, вот этот вот. Вот сидит который. Он отставал тогда в росте. Пищал все время. Слабый был. А он был бы такой же здоровый. Потому что он родился. Даже больше, чем вот эти. А вот что значит травма была у него. Ой, может быть, там мне удастся пометить его. Ну вот, вроде получилось. Надо понаблюдать за ним еще. Как будет Гошка с ним? Ну как с ним обращаться будет Гошка? Если будет плохо обращаться, тогда что? Надо будет смотреть, как этот гусачок молодой дружит с кем или нет. А может, он и не гусачок сроду? Очень сложно определить. Я его не ловила. Я сейчас зашла в стайку, а он крыльями как захлопал. Я же к ним мало туда захожу, понимаете, что? Они за зиму настолько отвыкают, что не идут ни на руки, ни на голос. Мы же что, пришли там только? Вот они появляются. Так, это гусынька, девочка пришла с короной на голове. Вон, видите, у нее корона на голове. А вот он идет. Я по всем крыльям разбрызгала. Ну, так получилось.
О, видели, Гошка встрепенулся. И этот отвернулся сразу. Он его не стал подпускать. Вы понимаете, в чем дело, непонятно. Смотрите, что делает. Смотрите. Все, он его изгоняет. Кто мне скажет, почему это происходит? Я, честно сказать, понять не могу. Что он изгоем теперь будет? Они ведь его не обижали. Но обижает-то, заметьте, только Гошка. Мамка никогда не обидит. А Батяня вот такой. Строгий. Так вот в жизни бывает.